Здравствуйте, с вами я, Лего, и мы продолжаем играть Need for Speed Rivals на PlayStation 4. В прошлый раз мы прошли две миссии, и в третий... То есть вот сейчас, вот следующий третий раз мы выбрали миссию бомбиться с полицаями, и если мы выполняем эту миссию, нам дадут Бэху М3. На Бэхе М3 уже можно будет погонять. В принципе, выезжаем из гаража, смотрим, где движуха у нас с копами. Так. Можно вот отсюда доехать, да? Полицаи. Ну, давайте стартанем с базы. И просто сейчас влетим в логово полицаев и накажем их. Так сказать, попытаемся выполнить наше задание. И я думаю, из доджика пересядем мы на Бэху. Ну, не знаю, получится у нас это или нет. Там 4 копа живых и 4 игрока, по-моему, которые будут носиться по всей карте. Но также NPS-ные водилы есть. Ну все, едем мы в поисках. В поисках наших друзей. Потому что нам нужно сделать сайт Slam Cop. Что-то... Ох ты. А, нам нужно еще посадить на хвост 2 копа. Так, первый у нас есть. Стартанула уже битва. Блин. Коп сотворил какую-то подставу вообще дикую. И сам с ним что-то случилось. Машину мы отремонтировали, все нормально. Нет. Так, короче, блин, я же технологии-то не обновил никакие, не поставил в машину. Ха-ха-ха-ха. Ну ладно. Без этого никак получается. Попробуем что-нибудь сделать. Пока будем преследовать полицейских, так сказать, вот тут там поршни уже. Мне что-то опять делают. У меня скоро будет лог. Не надо. Понятно. Посадили меня на ЕМП, которая полностью обезвреживает машину. Мы выполнили сайт слэм 2 на 2 получается. И бронза и не ход персуит. Это я, наверное, должен пересесть буду на полицейскую машину и кого-нибудь поймать. Так что ли? Я понял, что так. Так, с Феррари, по-моему, тягаться бесполезно. А давайте мы его обманем, нажмем и поедем. И поедем впереди. Да, скорее всего, остальные миссии... Ой-ой-ой-ой-ой. Не будем мы выполнять эту миссию. Что мы сделаем? Вот, мы отменили. Отменили миссию. И давайте добираться до нашего домика. Выполнил миссию, возьмем 3 штуки и пересядем за копа. Так. И какой head-to-head? Мне не нужно было head-to-head. Где же? Я нечаянно не знаю, что я делаю. Меня сейчас схватят. Я потеряю 4000. Я потерял 4000, потому что вместо того, чтобы заехать в гараж, я использовал кнопку челленджа с другим чуваком, и у нас такая вот чушь произошла. Вообще неприятная. Вообще, зачем я взял это дурацкое задание? Там было на 3 на выбор, нужно было выбрать, которое с дрифтом. В итоге я ничего не получил, но задание выполнил. Давайте пересядем за коповскую карьеру. Я так понимаю. Или нет. Или что-то я перепутал. Если задание... Так, здесь тоже задания даются. Значит, нет, я перепутал. Я полностью перепутал. Что я должен делать? Бронз Энни
какой-то значок Hot Pursuit и Get Hit там пурым. Get Hit, на Get Hit надо заработать. Давайте выйдем в гараж. А, блин, вот, я понял, вроде как. Выйдем в гараж. Поставим на значки вот этого прицела. То есть вот, Hot Pursuit. И стартанем миссию. Я понял, здесь есть различные второстепенные миссии, которые мы должны выполнять. И ждем нашу миссию. Сейчас мы ее выполним. Заработаем денежек. Купим себе дополнительную штуку. И выполним второе задание. Вот ребятки уже подъезжают. И погнали. 15 чекпоинтов. Ё-моё, 4 с лишним километра. Я должен взять бронзу, что ли? То есть, мне страшно вообще, потому что, блин, я должен взять бронзу, а я третий уже еду. Вот тут первые чуваки, вторые, первые, туда-сюда. Мы вообще возьмем, наверное, серебро. А вообще, может, и... Воу, здесь, конечно, какие-то ребята полегче. То есть, у нас гонка с преследованием. Вообще, я пока до сих пор третий. Все в порядке. Мы хотим заработать денежек. Поставить на машинку какую-нибудь технологичную штуку и завершить и купить, наверное, Бэх. На БХМ-3 можно, наверное, кататься нормально. Если мы вообще доедем до финиша, мы уже вторые. Пока все в порядке. Я не видел поворот. Какие-то баррикады уже строят. А, это чекпоинт. Я уже четвертый. Сразу автоматически становлюсь. Ладно, я думаю, мы их догоним сейчас спокойно. Но что-то вообще я не могу управлять доджиком. Какие-то тут поставили приспособления. Воу-воу-воу. Из меня дрифтер, конечно. Супер дрифтер я. Я вообще супер дрифтер. Так, у нас осталось 2 километра практически. За 2 километра, я думаю, до бронзы я дойду. Машину носит. Машина вообще тяжело управляется. Поворачивает поворот вообще. Тут что-то происходит еще. Вот этого парня очень мало жизни. Давайте добьем его. Давайте остановимся. Не будем, наверное, остановимся. Да, остановимся. Там впереди будут парни. А если мы его полностью уничтожим, вот этого парня на втором месте, у которого очень мало жизни, что интересно произойдет? Вот можно заехать в ремонтную штуку было. Так, я чуть не попал на ежи. Вот сейчас вот попал. Я просто мастер. Теперь нужно какое-то время терпеть. И сейчас нам привезут новые колеса. Прям сразу поставят. Все в порядке будет. Вот они уже красные. Ладно, мы не будем им мешать. И мы просто займем первое место. За первое место нам вообще сколько дадут-то? Мы финишировали первыми. Воу! Нет. Все нормально. Все. Меня опять в очередной раз поймали. Но я прошел миссию, потому что врезался. Вообще глупо. Глупо врезался. И потом меня добили. Добили в заднее место. Добили, гады. Зачем вы били меня в заднее место? Добили, гады. Убили, гады. Я вообще ничего не заработал, как обычно. Get a hit which pursued touch. Наверное, они имеют в виду вот pursued touch. У меня ни в первом слоте ничего нету, потому что нету денег. Turbo level тут можно делать. Ну, в общем, десяточку надо. Давайте где-нибудь будем изобретать десяточку. И
Интерцептор я что-то как-то не хочу выполнять. Гоночку можно выполнить. Так, так, так. Давайте выполним гоночку. Заработаем Баблинского. Там покатаемся еще чуть-чуть. Множитель у нас повысится. И мы заедем домой. Купим теч. Что-нибудь с течью полицаем, замутим опять. Купим бэху. И вообще, я вообще классно придумал. Поехали. Принимаем гоночку. Денежки понятны. Но тут у нас получается война без реальных чуваков. Мы стартанули и поехали. Или подождите, вот первое место. А, это опять, это по камерам. Я, значит, по камерам здесь еще на этом месте. Ладно, берем первое место. Потому что у них вроде такие же машины. Нет, тут на первом месте другая. Другой додж, по-моему. Возьмем первое место, возьмем 4500. Ё-моё, как же мало дают вообще, как же мало денег дают. Мне нужна десятка. 4000, странно. Тормозим, тормозим, дрифтуем. Пошла, родимая. Нитро включаем. Все в порядке. Тормозим, тормозим. И уже стало получаться мне обходить поворот. Все нормально. Какие-то скалистые горы квадратные. Что-то непонятно вообще, почему так. Наверное, меня сейчас зажмут, я пойду. Нормально все. Воу, конечно, машин-то не управляется. И я ловлю какого-то парня. Но зато попадаю на какое-то сокращение. Все равно я вроде третий пока. Пока сейчас вторым. И поедем дальше. Нам еще осталось 2 с лишним. 2 чекпоинта, 4 чекпоинта осталось. Пока, слава богу, нету никаких стервятников под названием полисаи. Нашего... А вот впереди сейчас мы уже встретим друга, который будет звать всех своих друзей на помощь. Вот пошло все дело. Ну, надеюсь, мы от всего этого уйдем. Так, у нас уже 1600 есть. 1600 у нас уже в кармане. За первое место дадут 4500. Я умею считать. Оказывается. Если, конечно, меня не поймают. Это либо за мной уже двое едут, копы. Но, по-моему, да, это копы. Не нужно было. Нет, это не копы. Это далеко не копы. Это те парни, которые хотят забрать у меня 4500 денег. Вы, по-моему, оторвались от копов. У нас чистая прямая. Все в порядке. Что-то я даже уже открыл рот. Я думаю, сейчас куда-нибудь врежусь. Появится какая-нибудь опять машина. И все же. Я занимаю первое место. Мы уходим от погони. И давайте GPS, быстрее GPS. Где мой дом? Срочно в дом. И забираем 8900. Очень срочно нужны эти денежки, чтобы апгрейдить себе течспособность, при которой мы спокойно снесем копа. Пройдем задание и будем заново опять обгрыживать бэху. Можно, конечно, на додже остаться, но мне кажется, на эмке 3 будет повеселее. Так, какой-то парень ездил. Пока все нормально вроде. Сколько мне еще? Мне еще 1.8 ехать до базы. Может, еще что-нибудь соберу. Короче, я собираю денежки по копейкам. Можно долго кататься будет вот второй множитель. Сейчас мы
потихоньку вы что-то там добавляете, дрейфуете, набираете очки, у вас будет третий множитель. Естественно, чем больше множите, тем больше вы можете собирать очки, они будут умножаться, и все в таком духе. Но нам нужны очки для миссии. И 10 тысяч нам очень сейчас нужны. Не хочется рисковать. Мы сейчас спокойно доедем до базы. Мы дрифтуем еще по дороге что-нибудь. Да, вот так вот особенно. И я даже не знаю, как, что лучше всего купить, чтобы выполнить это задание. Get hit, which pursuit touch. Короче, смысл понятен, что способностью мы должны нанести удар. Так. Я что-то прогнал немножко. Все, забираем в банк 10 тысяч. Забираем в банк 10 тысяч. Все становится бодрее. То есть у нас сейчас есть денежка на одну какую-нибудь способность. Ну, давайте зайдем в Pursuit Edge. Первый слот. Так, это щит какой-то, электроник. И EMP, это понятно. The standard best for Aral Pursuit Edge. Это тоже стандарт. Так. Есть турбо. Есть мина. Есть Shockwave. The Shockwave creates Sonic Shock Blast from the center car. Туда-сюда. В общем. Давайте возьмем EMP. И будем пробовать сносить их. Кого-нибудь. Поставим в первый слот. У нас есть 3 патрона даже. Целых 3 патрона. Выйдем в гараж. И что мы сделаем? Так, посмотрим, где у нас катаются парнишки. Вот здесь вот основная масса. Так, это, по-моему, полицаи. Тут есть какой-то тайм-триал. Попробуем стартануть здесь и посмотреть. Может быть, рядом здесь эти парни. Я еще пока до конца не понял, как зарубаться с чуваками, с такими же, как я, допустим, там. Встать на какую-то площадку и начать гонку. То есть, как это делать? Ё-моё! Это у нас вообще что? Turn around and stay. Да блин, мне нужно посмотреть, куда они там вообще поехали. Так. Вот, сейчас мы попробуем выстрелить из EMP. Набираем. И просто бам! И все, мы прошли миссию. И у нас 7000 еще в довесок. Вот здесь парень какой-то катается. Ё-моё! Не надо! Подождите, это оказывается же полиция. То есть парень, который реально на ментовской тачке. Реально, не робот. И он. Давайте тормознем. И что мы сделаем? Он накинул. Он сам попал на, так сказать, вот мы держим. Он попал на свои шипы, короче, и все. У меня уже 8000, я забыл, как говорить. Я хотел посадить кого-нибудь на EMP. В общем, я не хочу садить никого на EMP. Я хочу в банк. Я хочу выполнить задание. Я хочу сесть на бэшку. Извините, ребята. Вот на бэшке я вам покажу. Я не буду там стараться крысить так денежку. Мы поедем разбираться с парнями. По полной. Наверное. Но опять надо бэху немного апгрейдить.
будет тогда. Вот сейчас нам надают опять много плюшек. Мы заработали 8000. Просто выехали, попали ЕМП в кучу машинок и прекрасно избавились от них. Вот она бэшка. Мы открыли бэшечку и попали в Chapter 2. Underground racers have traditionally maintained a low profile in Redview County, but since a video of a racer outrunning a cop went viral last night, dozens of other racers have begun posting their videos as well. Пока не понимаю, про что они имеют в виду, типа можно писать мой ник там, и вы сразу там попадаете, там можно смотреть вообще, как он гоняет, что за убийца, чувак. Короче, пишите Лего Уфа, и все будет в порядке. Сразу поймете, кто здесь батька на бэшке. Resisting authority, daring to climb. Ну, в общем, типа, наверное, рассказывают о том, что подозреваемых стало очень много. Там Зефир, вот тот же самый, который там, он, допустим, очень хорошо гонял. И нужно его сместить, там, и полицаи, копы общаются. Так, что мы должны сделать? Ударить 4 копов своими персюит-штучками и взять Сильвер в интерцепторе. В гоночках мы хит ударяем 5 рейсеров, персюит технологиями, берем Сильвер в гоночке. И в драйвере мы чё, get 3 slams while using the turbo, Silver and Event, в любом Event. Давайте выполним гоночку, то есть ударим 5 чувачков нашими штуками и возьмем Silver. Так, что мы делаем? Мы заходим в кар. Смотрим, бэха стоит 37500. Я же забыл, что нужно ее же покупатеньки. На покупатеньки у нас нету денежек. Тогда берем Pursuit Tech. И что мы поставим во второй слот? Шил и EMP у нас есть. Очень классная штука. Shockwave, мина. И у нас есть турбо. На турбо даже денег нет. Так, так, так. А ЕМП мы можем? А, мы не можем поставить во второй слот же, второй ЕМП. Так, так, давайте сделаем Shockwave во второй слот. Все, засадим ее. И, кстати, что мы можем треугольником... Треугольником... А, это слоты менять. Ну все, у нас вроде заряженный, заряженный додж. Выезжаем, хит 5 рейсерс. Короче, выезжаем в гараж. Выезжаем из гаража. Находим какой-нибудь челлендж. Гонку, рейс. Так. И что мы найдем? Посмотрим вообще, где катаются ребята. Что-то пока по карте не видать никого. Вот. Первый, вот второй. Но это копы. Раз коп, два коп. А остальных я что-то не вижу. Тайм-триал, понятно. И давайте тогда запустим обычную гоночку. И там попробуем снести 5 парней с помощью наших фишек. Ну и так далее. Такие вот мини-задания интересные. Они на самом деле-то не интересны, они до боли простые, но их можно выполнять по-разному. Я мог по городу ехать. И, кстати, нужно было так, наверное, и сделать. Хотя, можно было выбрать какого-нибудь настоящего игрока и за ним гоняться, его бомбить. Но мы давайте просто зайдем в гонку в рейс и начнем гонку. Сейчас поближе посмотрим. У нас есть 3 Shockwave, 3 EMP. Так, EMP мы уже знаем, как работает. Нужно просто держать квадратик на багажнике противника. И все получится. Давайте посмотрим, как будет работать Shockwave.
Шоквейв. Надо еще кого-нибудь догнать. А, Шоквейв, понятно. Он работает вблизи. Давайте тогда сделаем вот такую вот пакость. Вот такая вот пакость очень интересная будет. Парень, ну не уходи же ты от меня. Но все равно, короче, вот мы вот так вот можем издеваться над обычными гонщиками. Пока мы заюзать не можем следующую. Потому что перезарядка идет ЕМП. Вот вы видите, она моргает. Но мы можем сделать шоквейв. Давайте сделаем шоквейв. Вот его куда-то там отбросило. Он там перевернулся, бедолага. И, блин. Я что-то сам не понял, что я сделал. Я врезался. Нам еще до финиша осталось совсем чуть-чуть. Давайте используем еще шоквейв. И давайте пропустим последнего. И просто его ЕМП-шкой снесем. Ай-яй-яй-яй-яй. Друг, ты куда? Нюх. Так, мы что, просрали ЕМП-шку? Нет, мы ее не просрали, она перезаряжается. То есть нельзя, нельзя слишком долго. Мы финишировали вторым. Нельзя слишком долго их отпускать. У меня есть еще одна ЕМП-ха. И что мы сделаем? И мы попробуем ее использовать. Вот этого вот парня, чтобы заработать себе, чтобы пройти задание. Так, мы взяли сильвер, в принципе, в гонке, мы прошли задание. Можно спокойно уезжать из всего этого дела. Давайте GPS настроим на хайдаут, как раз тут по пути едем. Немножко в этом райончике. Пусть, блин, жалко, я использовал все ЕМП, у меня ноль. И шоквейв нужен. Сейчас бы я бы зарядил бы. То есть потихоньку становится все веселее с этими приблудами. Все они там едут, все в порядке. Пока у нас уже рейтинг 3. Немного покатаем. Наберем, так сказать, бонусы. Наверное, наберем. Так, вроде пока все нормально. Что у нас там по игрокам, кстати? Вот наши игроки. Я их могу замьютить, это я знаю. А как, допустим, я хочу... Я вот... Что такое, что такое? А что машина-то не едет? Я что-то нажал. Блин, я нечаянно залез в профайл. Сейчас главное не просрать. Вот он, парень. Давайте шоквейвом его... Ё-моё, я не попал. Шоквейвом я не попал. Ладно, немного поразвлекаемся с этими ребятами. Подрифтим. Дождемся шоквейва. Парень меня жмет. По полной причем. Так, нам нужно разворачиваться. Начинается какая-то гроза. О-о-о-о! Ну все, надо спасать деньги. Пора спасать деньги. Так, парень, его нужно снести взрывной волной. Шоквейв. Вот что-то какой-то шоквейв, это не шоквейв. Я вроде вдарил, а толку нету. Получили четвертый уровень множителя. Шоквейва жалко нету, сейчас бы я уже его бы опять использовал. Вот это очень плохо. Я использовал еще шоквейв. Все нормально. Все нормально. Заходим в банк. Конечно, заходим. Проходим задание. Рейтинг гонщика нам уже дают ачивочку. Ну, это так себе. Непонятно для чего. На бэху нам, по-моему, не хватит все равно. Мне кажется. Феррари на заставочке была. Ну, неплохой доджик GT-шки.
доджик GT-шки, парнишки, 20 штук в кар... 28 штук в карман. Вы, говорит, открыли Ford, да, уже? Мы уже открыли новый Ford Mustang, я еще ездил на Dodge до сих пор. То есть в каждой миссии мы открываем по машине, потом покупаем любимую машину и начинаем ее апгрейживать. Что дальше мы можем? Так, давайте начнем с водилы. 165 миль в час, 5 секунд держаться. Get 6 near misses, drive 150 yards in common traffic. Silver and any hot pursuit, это понятно. Rich hit level 3. Это что значит? Side slam 3 cops. Так, rich hit level 3. И в гонке Silver Event, side slam 3 racer, win a head to head. Ну, давайте возьмем вот этот racer. Вроде простое задание. Что-то с копами мудрить неохота было. Нам, наверное, также не хватит на бэшечку, да? Так, на бэшечку нам не хватает 7000. Ну давайте поедем зарабатывать 7000. Взять серебро в обычном ивенте и стукануть троих гонщиков. Так, ну вот же, допустим, парень-то ездит, да? Ход персует. Вот он же, получается, за ними ездит. За ними ездит же ж. Ход персует, интерцептор, спидкамеру, спидзон, прыжки. Так, нам нужны рейсеры. Ивенты рейсер. Ивенты гонщика. Ну, я-то сейчас могу спокойно выбрать. И вот это вот рейс. Давайте выберем его. Почему именно золотая? Я не понял. Начнем потихоньку разбираться. В принципе, можно на обычных гонках, на преследованиях зарабатывать по десяточке. Если дальше катать, множитель прибавлять, в ремонтные места заезжать, ремонтироваться, свои фишки опять откдешивать, всякие ЕМП, и тогда нормально будет. Так, что мы делаем? Стартуем тогда гонку. В принципе, наверное, я так понял, ждешь на этом месте как бы людей, они подъезжают и гонка стартуется. Наверное, как-то так, что ли? Но не уверен, не уверен. Но опять, вот получается, мы же сейчас гоняемся с компьютером, а не с людьми. Я так понял, нужно как-то ждать ивенты и гонять. Ну, наверное, потом уже дальше, когда вы уже начнете наигрываться потихоньку, у вас эти задания будут уже проходить. Именно уже с людьми. Так, вот этому парню нужно сделать вот так. ЕМП, и ему просто сбрить все дела. И вот. И самому врезаться. А, мне нужно троих гонщиков еще, грубо говоря, ударить. Нет, я еду не в том направлении. Бывает. Вот, Ал Драйв, Костя Еп. Что вот это значит, интересно? То есть к нам привязался мент под ником, вот этим ником, наверное, не так. А что там, кстати, едет за мной? Давайте попробуем умотать. Но, наверное, скорее всего, навряд ли будет ловить каких-то компьютеров, когда ему легче просто за мной кататься. Это интереснее, наверное, будет. Это, наверное, будет интереснее. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну да. Так, мы вместе упали в озеро. Я еще нажал Shockwave. На третьем месте, пока все нормально. ЕМП откадешивается. Я хочу уже попробовать ЕМП убить. Вот. А получается, мы сбрили этого мента, он упал и все. Он заканчивает свою карьеру, получается, так что ли? То есть мы его убили, все, он за нами больше гоняться не может. Хотя нет, вот он опять сзади едет. Нет, он все может. Он все может. Его задача поймать меня, естественно.
но мы не отдадимся просто так. Он кого-то ловит. Но мы тоже и бумаги сделаны. Что-то тяжело на самом деле стало. Опять какие-то конские враги стали. Так, меня уже чем-то прицелились, да? Там у меня опять на багажнике висит какой-то дурацкий прицел. Я тоже хочу повесить дурацкий прицел. И у меня это получится. У меня это получается. Сбриваем одного. Догоняем первого и попробуем шоквейвом. Достанем, нет. Хочется попасть в него шоквейвом. Шоквейвом. Воу. Какой, блин, нормально. Все в порядке. Мы зарабатываем сильвер. И нам нужно... Что нам нужно? Нам нужно победить один на один. Геймплей локинг. Так, 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 так. Я не хочу с ним соревноваться. Он будет сильно. А вот с этим можно. Так. Мы не туда поехали с ним вдвоем вместе. Ай-яй-яй-яй-яй. За мной опять едет вот этот парень. Вот он, Костя ЕП. Я заюзал шоквейв, и все, у меня больше нету зарядов. Нужно как-то уходить. Нужно также спасти наши деньги. Еще и нужно выиграть один на один битву. Еще куча всяких вот дурацких вот этих вот парней, которые пытаются меня догнать. И нам еще ехать 4 километра. В общем, я не знаю, на самом деле, если я приеду, займу первое место, достаточно, точнее, довольно много всего умножится. Но мне также нужно будет и врезаться. Хотя мы вот сейчас от погони уже уходим. Он поехал за кем-то другим. И мы спокойно ушли от погони. И нам дали уже 4-й уровень множителя, что уже становится намного серьезнее. Я уже слышу где-то сирены, но нормально, пока все в порядке. Осталось 3 километра. Как-нибудь с горем пополам нужно доехать, главное не разбиться, то все будет осматриваться. У нас, кстати, хватает уже на бэху, на апгрейды, на всякие приколюшки. Все пока нормально. И нету, слава богу, никаких полицаев. Нету вражины. То есть деньги я... Блин, можно было заехать в ремонт, но ну ладно. Я не успел. Откадешить шоквейвы всякие, вот эти все дела. Пока все отлично. Братцы там что-то болтают. Надо будет все равно подробно разузнать. Охота, чтобы, допустим, мы там втроем ели и вообще все понеслось. Конечно, нужно еще кого-нибудь найти, с кем вместе играть, хотя бы вдвоем чудить. Либо просто я еще пока слишком рано об этом думаю. То есть сначала я должен так поиграть. Не знаю пока, не знаю. Ну вот полицейский же это что-то хотел сделать. Хотел нас догнать и обезвредить, обесточить. Хотел нас посадить в тюрьму. Его не слышно. Так, давайте отремонтируемся, дороги хватит болтать. Все, у нас полная машина, полная зарядов. Впереди, что мы видим впереди? Мы видим впереди... Это кто? Это полицай? Да, это был полицай, но мы обманем его. Так вот хитро. А почему мне не дали там съехать? Зачем я еду каким-то объездом? Я мог там спокойно повернуть, и все было бы нормально. 700 метров осталось до радости. Еще, кстати, надо будет искать дом. Дом, sweet home, home, sweet home. И что вот мне с ним делать? Если я боюсь, допустим. Ну, я не хочу с ним связываться. Не хочу я с ним связываться. Все. Мы что делаем? Мы по GPS-у. Мы
убираем себе дом и погнали до дома. 74 штуки. Либо все, либо ничего. Давайте заюзаем ему локу. Скажем, привет, братюня, это мы. Я чуть-чуть не подождал. Ладно, нормально, все. У нас 6 множитель. У нас 80 тысяч. Нам хватит на все, что можно. Главное не разбиться, а мы уже возле дома. Все в порядке, все в порядке. Зайти домой? Конечно. Спасти 81 штуку? Конечно! Так, мы, по-моему, уже за этот показ 3 миссии, что ли, прошли. Еще и подфартило. Так, но миссии немножко, конечно, легкие. Можно было что-нибудь посерьезнее придумать. Так, что мы делаем? Что мы делаем? Мы опять, мы там все опять наполучали. Там куча всяких машинок, плюшек. Туда корвет открыли. Ну вот, ну вот это вот предложение, конечно, интересное. Корвет или бэх? Что делаем? Голд. Тут уже задания пошли такие. Уже голду надо брать. Персюит, врека-коп, голд и интерцептор. Врека-коп, голд и интерцептор. Так, 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 так. То есть от погони уехать. Давайте все-таки во втором чаптере попробуем от погони выезжать. Кстати, в чате очень много болтают чуваков. Непонятно, что они болтают. Так, 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 так. Что мы сделаем? Что мы сделаем? Что мы сделаем? Мы зайдем в аудиосеттинг и выключим voice chat. Сохраним и выйдем, потому что что-то я, походу, делал косяк. Наверное, они вам мешали, я-то их что-то плохо слышал. Ну ладно, мы заходим обратно в гараж. Выбираем машину. Мы хотели вроде как бы бэху, да? Но у нас появился корвет. Корвет, в принципе, тоже неплохая машина. Все-таки, 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 все-таки. Все-таки что мы возьмем? Все-таки что мы возьмем? Все-таки. Давайте погоняем все-таки на бэхе. Хотелось же погонять на бэхе. На корвет-то понятно, что корвет — это все круто. Мы погоняем на бэшке. Персональный. У нее персональные картиночки. Интересно, какие. То есть такая, такая себе спидхантер, все дела. Нет, погоняем мы на бэшечке. Ага, с белым литьем. И перекрасим мы ее. Мы ее не будем перекрашивать, мы просто возьмем белый цвет. Все, такая, такая городская бэшечка. Ничего страшного, говорит. Городская бэшечка. Так, по технологиям мы вставим ей. Вставим ей ЕМП, конечно же, прикольную вещь вообще. Мину не знаю, конечно, насчет мины. Но. Давайте возьмем турбо штуковину. Попробуем на турбе погонять. Что это вообще такое? Апгрейдим ее. Силу придадим. Контроль. Все первые апгрейды откроем, потому что они очень дешевые. Не жалко потратиться. То есть по минимуму обделать. А здесь уже мы... Что мы здесь сделаем? Мы здесь прибавим ей... Нет, скорость-то мы не сможем. Акселерацию тоже. Ничего себе, как все дорого. Контроль тоже. Давайте силу прибавим машинке. Это был обман. У нас уже второй множитель. Все понятно, только все понятно вообще. Осталось разобраться, как гоняться вдруг. Вначале что-то получалось, с кем-то попадался даже. На последних местах ехал. А сейчас вроде у меня бэшечка уже есть. Я уже вроде не простой парень. Одни только менты как бы попадаются, которые хотят меня всячески поймать. Ну уже используют и ЕМП. ЕМП использовано.
Ну все, меня поймали. В принципе, поймали, ну и ладно. Подходим к концу. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, будем дальше проходить НФСик. Всем пока.